Привет, зритель. Сейчас у нас с тобой будет обзор моих парфюмов на сентябрь. Их немного. И два из них подарка. Это у нас... Хотя, возможно, все три подарка. Я уж точно не помню. Другая лимитка. Та закончилась внезапно. И Фрежи лимитированная коллекция «Карамельное яблоко. Туалетная вода». Это подарок от подписчицы Ксюши. Она со мной в прошлом году поделилась. Сладко пахнет и немножко таким каким-то древесным ароматом отдает. И чутка напоминает карамельную грушу, которая вот у меня как раз закончилась. Вот. Я им совсем чуть-чуть пользовалась, потому что по большей части из этой парочки делала только грушу. У меня тут такой как бы летний аромат, но так как у нас тепло внезапно, мне кажется, впервые за долгое-долгое время, август такой теплый, что и сентябрь, я так подозреваю, такой же будет, хотя бы первые недели две точно. Зеленое дерево и Фраше, снятость, кенийская вода. Кстати, обе снятости. Я не помню, это из моей коллекции или мне все-таки кто-то дарил. Если кто-то дарил, дайте знать в комменты. Потому что вербену мне точно дарили, а вот зеленый чай я не помню, мой он был. Или да, вроде все-таки вроде мой. Так, и еще одно. Daisy Dream от Marc Jacobs. От Свет из Москвы. Из моей последней посылки обзор, который я делала. Но распаковку делала не на камеру. Я так поняла по комментам. Некоторые страдали, что распаковка была не на камеру, так как посылочка была, по сути, АСМРная немного. Вот. Аромат такой цветочный, он мне напоминает... снятость и Фраше, утро в саду, цветок вишни. Ну и чуть-чуть еще напоминает эту Каорию от Фаберлик. Довольно стойкий, кстати. Вот. Хороший такой аромат. Хороший аромат, красивый флакончик с цветочками. Слегка фиолетовым оттенком водички. Ирис Нуар сразу напоминает. Ну, по аромату не напоминает, но по цвету вот есть такая ассоциация. И он у меня даже стоит в коробочке специально. Относительно других ароматов. Вот. Вот так он у меня стоит. Красивенький такой. Вот такие три ароматика у меня. Это, вот, наверное, очень короткий обзор парфюма. Но обзоры парфюма обычно все равно короткие. Уж ну что, по полчаса про каждый аромат рассказывать. В общем, если вы чем-то подобным пользовались или пользуетесь на сентябрь чем-то иным, дайте знать комменты. Я, если что, вам поставлю сердечко. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.